дело делается. Так, а что делать? Он дело домой ехать. А мы тебе уже собрали. Так. А я вот тут, короче, вот... Вся семья в сборе. Да. Сестра, пожалуйста, присаживайся. Собрали вещи. Адриана, давай ко мне. Что это? Почему? Это, короче, я как родной же человек. Да, ну... Я садись. Из них бросаю, как бы, знаете, поэтому я решила ему помочь. Собрать вещички, проводить его до ворот. Там, кстати, ворота очень красивые снаружи, я вам так скажу. Я думаю, ему это понравится. Там реально очень круто. Очень тупая шутка, Адриан, очень. Ну, что, посидим на дорожку, да пойдем. Чика, налить кому-нибудь еще? Нет, спасибо, мы попьем потом, когда тебе... Давай, я лучше покушаю. Дорога-то длинная. Он не боится вас. Он понимает, что за ним... Ему симпатия.